Находился, так скажем, на спасательном посту, на своем рабочем месте. Произошло внезапно, времени особо думать не было. Увидели, что девушка идет ко дну, ближе всех находился, нырнул. Вот. Подготовка спортивная сказалась, как бы, ну все обошлось. Даже, грубо говоря, ну, вспомнить не могу, как это все произошло. Ну, все очнулись уже на берегу, все хорошо. Медик сработал, ребята помогли, все сработали как надо. Я много лет, уже больше 37 лет работаю в детском здравоохранении и считаю, что детское здравоохранение – одна из важных служб вообще в здравоохранении. То, что мы стоим на страже здоровья детей, а значит, будущего нашей страны. Мамочки, вот, с которыми я общалась бы, будучи еще участковым педиатром, они приходят уже со своими внуками и, когда встречаются со мной, с удовольствием общаются, потому что они помнят меня и благодарят.